Всем привет! Предлагаю вам, пока длятся школьные каникулы, не упустить такой возможности и сходить на выставку в галерею АВЭК в Харькове «Летопись планеты». Интересно там будет детям от 1 до 99 лет и старше. Даже если вы совершенно не интересуетесь палеонтологией, минералогией, энтомологией, поверьте, это просто очень красиво. К тому же многие экспонаты можно трогать, так что вы не только сможете увидеть, как выглядели жители планеты, населявшие ее миллионы лет назад, но и ощутить текстуру окаменелостей, прикоснуться к истории Земли в прямом смысле. Вход на выставку совершенно бесплатный для всех. Работает экспозиция ежедневно с 10 до 22 по адресу Харьков, улица Сумская, 70. Вход в галерею АВЭК находится как раз напротив стекляшки, одного из выходов в метро «Университет». Так что очень рекомендую. А пока вы смотрите фотографии экспонатов, и это, поверьте, только часть, всего их более 700, хотя очень хотелось сфотографировать каждого мечехвоста и каждый сверкающий кристалл. Расскажу немного о самой выставке. Здесь несколько отделов. В большом зале на первом этаже находится палеонтологическая экспозиция, где вы сможете увидеть окаменелости разных уже давно вымерших животных и растений, начиная от бактерий, трилобитов, аммонитов и заканчивая скелетами динозавров и зубами мегалодона. В глубине зала находится выставка минералов. Тут можно зависнуть на несколько часов. Меня лично кристаллы просто завораживают. Жаль, что фотографии не передают всей красоты. А на втором этаже собрана коллекция бабочек и жуков из разных стран мира. Тут есть и сюрприз. Можно увидеть сохранившихся доисторических насекомых, которые застыли в кусочках янтаря. Все это можно рассмотреть сквозь увеличительное стекло. Так что наслаждайтесь фотографиями, а лучше найдите время и посетите выставку сами. Приятного вам просмотра, если вам понравилось, жмите лайк и встретимся на YouTube!